Удивлять и мечтать я могу, можешь ты целый мир открывать. Я могу, можешь ты цветняшки, кап цветняшки, плюх цветняшки, ап цветняшки, ух, сочинять, украшать. Я могу, можешь ты целый мир рисовать. Я могу, можешь ты цветняшки, кап цветняшки, плюх цветняшки, ап цветняшки, ух, цветняшки, ух. Кто-то потерялся. В магазин отправилась Лис, семья. Мама, папа, Лис и, конечно, я. Сколько тут чудесных вещей, смотри. Игры, краски, мыльные пузыри. О, я здесь, самокат. Вот для выхода наряд. Вот лопаты, гантель. Ой, смотрите, карусель. Мама, папа, смотрите! Мама, папа, ой! Мама, папа, где же вы? Как же вас найти? Где же капля, выручай? Ой, как страшно, ай-яй-яй, ай-яй-яй, ай-яй-яй. Мама, мама, прибегай, ай-яй-яй, ай-яй-яй. Папа, папа, выручай! Малыш потерялся. Страх колючий, страх липучий, страх ужасно приставучий. С ним столкнуться может каждый, даже смелый и отважный. Можно страх преодолеть, песню выучить и спеть. Страх ужасно приставучий, мысли путает, пугает, темной дымкой наползает. Можно страх преодолеть, подышать и песню спеть. Здравствуй, малыш. У тебя что-то случилось? Мама с папой потерялись. Не переживай, малыш. Сейчас найдем. Только ответь мне на важные вопросы. Как тебя зовут? Я Лисенок Ай-яй-яй. Мне 3 года. А как зовут твоих маму и папу? Мама Лиса и папа Лис. Мы живем на красной страничке в альбоме цветняшек. Ты молодец, Лисенок Ай-яй-яй. Ты знаешь важную информацию, которая поможет нам найти маму и папу. Страх колючий, страх липучий, страх ужасно приставучий. Только страх и сам боится, если смех к нему стучится. Улыбнуться и напеть. Я тебя не боюсь, я сейчас соберусь. Страх внутри отыщу и скорей прогоню. Уважаемые папа Лис и мама Лиса, проживающие на красной страничке альбома цветняшек, ваш лисенок Ай-яй-яй ждет вас в спортивном отделе магазина. Лисенок Ай-яй-яй, вот ты где! Как же мы переживали, что ты испугаешься! А мне было страшно! Но мне очень помогли папины советы по преодолению страха! Молодец, лисенок! Мы с тобой справились на отлично! А еще мне помогла важная информация обо мне, которую мы выучили с мамой! Да, малыш,
Мы и тут с тобой справились. Да, отлично! Только постарайся всегда теперь держать меня за руку и больше не теряться. Папа, пойдем заниматься. Пошли. Цветняшки, мультишкола. Привидение. У кота в альбоме концерт идет. Там котенок Мур для друзей поет. Танцы капли и усидеть нельзя. От восторга браво кричат друзья. Зал затих, перерыв и овации, новый взрыв. Ждут друзья номера на концерте у кота. Котенок Мур задумал что-то необычное. Я на любимом чердаке нашел костюмчик я в сундуке. Друзей своих я рассмешу, им новый номер покажу. Мур-мур-мур, котики вперед. Мур-мур-мур, Стэна назовет. Мур-мур-мур, номер у кота. Ждут котенка лучшие друзья. Ой, мамочки! Это же привидение! Вздохи, убегайте, дети крохи. Ахи, страхи, охи, вздохи. А со мною шутки плохи. Я привидение, ах! Я привидение, ух! Я привидение, ах! Я привидение. Нет же, смотрите, это же ножки котенка Мур. Ага, котенок Мур, мы тебя узнали. Мы тоже хотим быть привидениями. Ахи, страхи, охи, вздохи. Знают взрослые и крохи. Велики у страха глазки. Можем спеть мы без опаски. Я привидение, ах! Я привидение, ух! Я привидение, ах! Я привидение, ух! Молодцы, друзья, что справились со своими страхами и присоединились к игре. Охи, вздохи, ахи, страхи. Не обидим даже птахи. Страху скажем до свидания и споем вам на прощанье. Я привидение. То, что кажется страшным на первый взгляд, оказывается совсем даже не страшным. Прятки. Красная страничка, альбом открыт. Ай-яй-яй, лисенок, к тебе спешит. У лисенка есть для тебя игра. Капельки цветняшки кричат «Ура!» Ай-яй-яй, ай-яй-яй. Ты с лисенком поиграй, ай-яй-яй, ай-яй-яй. Ты с лисенком поиграй. Привет, лисенок, ай-яй-яй. У меня с собой игра, интересная она. В прятки будем мы играть, части тела повторять. Я лисенок, ай-яй-яй, ай-яй-яй, ай-яй-яй. Эй, малыш, ты не зевай, в прятки ты со мной сыграй. Лисенок, ай-яй-яй, ай-яй-яй, ай-яй-яй. Эй, малыш, ты не зевай, в прятки ты со мной сыграй. О,
А куда же лисенок ай-яй-яй спрятался? Прятки лучшая игра для любого малыша. Где лисенок ай-яй-яй, ты с ним в прятки поиграй. Красный дом осмотри, ушки красные найди. За кустом, за холмом, за оранжевым мечом. Мы лисенка здесь нашли, мы с тобою молодцы. Где лисенок ай-яй-яй, ты с ним снова поиграй. Опять пропал лисенок. Красный дом осмотри, глазки зоркие найди. За мечом, за холмом, вон за тем большим кустом. А здесь никого нет. Давайте попробуем еще раз поискать лисенка ай-яй-яй. Красный дом осмотри, ножки быстрые найди. За кустом, за холмом, за высоким деревом. Мы лисенка здесь нашли, мы с тобою молодцы. Где лисенок ай-яй-яй, ты с ним снова поиграй. Ну где же лисенок? Красный дом осмотри, ручки сильные найди. За кустом, за мечом, за далеким холмом. Мы лисенка здесь нашли, мы с тобою молодцы. Где лисенок ай-яй-яй, ты с ним снова поиграй. Какая замечательная игра прятки! Спасибо лисенку ай-яй-яй! Спасибо, пожалуйста, важные слова. Нам с тобой про них, малыш, забывать нельзя. Папа на ночь прочитает сказку для тебя. Тут нужны нам очень сильно важные слова. Спасибо, пожалуйста, важные слова. Спасибо, пожалуйста, говори всегда. Я только хотел сказать, подпишись, чтобы узнать, когда выйдет новая серия. И не забудь нажать пальчик вверх, тогда я пойму, что тебе понравилось.